Зеленая она. Изоленточка моя. Маскирует сразу. Демаскировочная зеленая изолента. А игроки ПТТ. Как дела, бойцы? С вами Егор из команды Кричит Тимонова. И добро пожаловать на игру Battlefield 3 от организатора BoardGame. Прежде чем начну рассказывать про саму игру, вернемся слегка назад. И внимание, дисклеймер. Данная серия видео может вызвать разжижение мозга ввиду присутствия антитоксических документальных нестрейкбольных элементов. А, стилистика, да. Это какое? А что показывает-то? Лысин. А, это как? Когда каска стала великовато размером. Точнее, мелковато размером, надо было срочно себя поменять. Ну да. Селфи. Итак, дорогие друзья, здравствуйте. 9 утра. Мы держим дорогу в Федоровку на игру Battlefield 3. Да, мы выехали ровно 1 метр из двора. Мы выехали 1 метр из двора, и это не помешало мне никоим образом начать снимать. Тактический страйкбол. 3 чашки. Все. Сидите. Давай. Give me my coffee, please. На самом деле, брат не хотел говорить, но у нас сегодня высокотактическая видеокамера от АТН с 5-кратным увеличением. Да, будем смотреть, как мы сосем. И, может быть, мы даже кого-то подстрелим на нее. Что ты делаешь? Снимаю. Вы снимаете? Нет. Я все надеюсь, что ты что-то скажешь. Умный, потрясающий. Все, что ты умеешь, это только послать меня. Ты какое-нибудь видео смотрел, в котором сделали умные комментарии? Да. Какое, например? Ладно, подловил. Мы же даже берем пример, плохих примеров. Если пошел на, пошел на. Пошел не. Пошел не, да. Пошел не. Баня. Баная. Отличный сериал. Детский мультик 3 лет, но если в русском переводе получается 18+. Опыт суток на броне показывает, что ее много не бывает. Через часа полтора кричит мобиль домчал нас до места, и мы пошли проходить стандартные для каждой игры процедуры. Витаминчик, витаминчик. Да. Достижение получено. Да, все, поехали домой. Можем ехать домой. Ачивка патч. Пока ехали, все уже забыли. Сейчас у нас произойдет соединение с оставшимися бойцами для построения линии связи. Да, масштаб понятен. А вот и наши друзья Кашан Равшан и Роман Карман. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам. Здравствуйте. У нас есть вам сразу презенты. Да, обменяем на деньги. Не зря, не зря, не зря. Сразу говорю, размер полигона 600 на 300. То есть броник, давай РПС, да? РПС надевай, ты будешь придурком, если надеешь броник на этот раз. Мы туда же бегать будем, первый этап, мы пробежимся столько, сколько было на тренировке. Окей, тупости кончились, сейчас все будет серьезно. Старт игры. Мы в составе штрафбата, так назвали тех, кто записался на игру в последний момент, двинулись вперед с северной точки старта. Штаб дал задачу копиться у магазина, но сперва надо было закрепиться в здании номер 7. Thank you.
определяемся. На первом человеке 3, остальное второй. Ребят, давайте определимся. 12 на их направление. Просто чтобы знали. Хорошо. 12 на них, мы то есть 6. Все, поняли, да? А правую левую что берете? До семерки мы дошли без проблем. Там уже находились четкие ребята из полиции. Нам оставалось лишь занять периметр и ждать атаки. Идем, идем! Как пулемет работает. Ага. Контакт, контакт, вот, здание. Хорошо, 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 вижу. Вот, здание. На Никитос скоро выйдет. Он еще далеко, 20 метров. Пока далеко, далеко. В лесу ты хуя, в лесу. Дотики, суки! Сейчас кто-нибудь сознался, но я в кусты загнал. Крещи, сейчас смотрите. Да. Делаем линию, занимаем ту зеленку, работаем по магазину. Задача взять магазин, либо плющить этот вот он, магазин 12. Вот этот вот, да. Вот. Угу. Вот. Давай. Здесь, я думаю, вы сами уже все поняли. Мы покидаем семерку и в составе нашей команды и команды Сияния двигаемся в сторону магазина. Последним, кстати, хочу передать привет. Вы классные и опытные. Играть с вами было одно удовольствие. Оказавшись вплотную у самого магазина, мы принялись копить силы. Из штаба пришло сообщение ждать авиаудара по точке, чтобы уничтожить все силы неприятеля в этом здании, а потом занять его. Внимание! Внимание! Всем отставить штурмовать на какое-то время магазин. В 13.00 его снесут, после чего малыми группами его постараться захватить. А сейчас сколько? А вот нет у меня часов. 56 минут. О, у кого точнее? У тебя, Котик, 58? Ждем. То, что сейчас прозвучало, был авианалет. Теперь кидаем белый дым, и это сигнал к началу. Пойдем. Пойдем. Кречет вперед. Давайте, я дорогу прикрою. Ты давай вперед. Посредник, дай команду на здание. Согласно правилам, после авианалета в здание нельзя заходить в течение нескольких минут. Бегаю в здание. Фонарь врубай. Давай. Вот здесь мы сделаем стоп-кадр, чтобы вы поняли всю боль и узрели мораль. Это были наши, синие, но из-за очень короткого времени контакта ни я, ни те ребята не смогли разглядеть сторону. И, как это обычно бывает, мы принялись стрелять друг в друга. Вот. Спасибо, что.
Спину, 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 спину. Левый угол. Парни, стой! Рэнди Пэр, синий! Вы чё, ёлка? Синий, синий, всё. Ёбаные брат. Бля, красавчики. Я вас гранату кинул, бля. Красавчики, дайте бетине. А мы тут воюем с вами. Ладно, сзади, чё. Эй, ребята. Всё. Убитый, да? А, синий. Бывает. Синий, да? Синий, синий. Синий. Ладно, бывает. Тем не бывает. Ну что же, надеюсь, вы, как и мы, сделаете определенные выводы по увиденному. На этом первое видео, посвященное данной игре, заканчивается. Благодарю всех за внимание и скоро увидимся.